Что это такое? Никак не вытащу. Вот. Взял самый дешевый на 60 дюймов. Ссылочка на него будет под видео. Вроде ничего не помялось. Что-то он какой-то черный. Я думал, он должен быть белым. Или это обратная сторона, наверное. Наверное, это обратная сторона. Ну, подробный отчет я сделаю после того, как придет проектор. Не забывайте, друзья, завтра у меня конкурс на канале. Будут разыгрываться часы. Конкурс пройдет. Начнется. Ой. Конкурс начнется 16:00. Не опаздывайте. Так, вот такой экран на 60 дюймов. Соотношение 16:9. Ничего тут особенного нет. А стоит 1000 с копейками. Главное его не замять. Но если есть проектор, то экран нужен обязательно. Сейчас я покажу вам поближе, куда его крепить, я еще не знаю. Ну, куда-нибудь приспособлю. Должно быть определенное расстояние. По-моему, если слишком близко, 2 метра, то будет хреново видно. Ну, вот, вроде ничего не помялось. Вот такой экранчик. Ладно, заморачиваться не буду. Экран пластиковый. Нашел целость и сохранности. Ссылочка на него будет под видео. Друзья, не забывайте про конкурс.